120 прихильников биологии, прикладно столько ж химии. Гэтые дни для многих из них сапраўды лёсы вызначальные. Атрыманные дипломы дозволят выпускникам 11 классов без экзамену поступать у высшейшие навучальные установы по профильных специальностях. Например, у медицинский университет ти на биологичный факультет ГДУ имя Франциска Скорины. Иншая справа, что диплом еще необходимо отримать в задании на Олимпиаде куды больш складаные, чем на централизованном тестировании. Задание по биологической олимпиаде, заключительный тур, исключительно сложное. Они требуют всесторонней подготовки школьников по различным предметам биологии, по генетике, по микробиологии, биохимии, ну и по классическим дисциплинам зоологии, ботаники и так далее. То есть им порядка 7-8 дисциплин надо знать очень хорошо, на очень хорошем уровне. Об узроўні заключенного этапа Республиканской олимпиады по учебных предметах можно мерковать по прымаемых мерах безопасности. Пытанні по биологии распрацовывали 12 ученых – генетики, микробиологи, биохимики. У полном варианте задание бачить только один супрацовник Министерства эдукации, який збирая билеты и запечатывая их у специальном конверте. Открыть его только подчас испытаў. Свои правила и непосредственно на практичном туре. У селяким выпадку списать немагчыма. Хоть с другого боку, удельники олимпиады до гэтага и не мкнуться. Дети в лабораторию могут приносить калькулятор, не запрещен карандаш, стирка, минеральная вода сегодня и шоколадки запрещены. То есть если им нужна минеральная вода, то она есть в коридоре у дежурных, можно выйти и взять в сопровождении сопровождающего. На завтрашний день на Олимпиаде запланована встреча навученцев с членами жюри, подчас якой будут обмеркованы попередние выники теоретичного и практичного туру. У вынику незгоды с отриманными отзнаками можно будет звернуться до членов жюри с просьбой о перегляде решения. Уручение диплому запланировано на пятницу. Згодно с умовами Олимпиады их отримают 45% удельников, учнев 9, 10 и 11 классов. Олег Шнцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».